полгода. И я хочу задать вопрос. Мы точно помним, по какой причине началась военная операция. Вот и мне говорят, помню, но уже не очень. Так давайте вспоминать требования украинского режима к России накануне спецоперации. А такие требования были. Итак, украинский режим требовал от России отдать ему на растерзание Луганск, Донецк и остальные неподконтрольные территории. Крым. Крым украинский режим тоже требовал вернуть Украину. А еще собирался вступить в НАТО. А еще собирался строить военные базы НАТО. А еще делать атомную бомбу. И тогда нет. Хорошо, мы за мир. Пытаемся представить ситуацию, при которой Россия приняла бы условия Украины. Сдала бы Донецк и Луганск. Согласилась бы на возврат Крыма. Что мы получили бы в результате? Все. В результате мы говорим.